Житель Санкт-Петербурга загремел в отделении из-за игры в Pokemon Go. Все из-за того, что в азарте охоты за мультяшными монстрами в объектив его камеры попали и вполне реальные полицейские. Здравствуйте. Что вы делаете? Я покемонов ловлю. Каких покемонов? Игра такая. Каких покемонов? Ну, игра такая, ловлю покемонов. Уберите телефон. Почему? А чего вы ко мне подошли? Я еще раз говорю, уберите телефон. Почему? Не надо мне снимать. Сергей Сусько как мог пытался объяснить, что вовсе не хотел снимать стражей правопорядка. Он просто все делал одновременно. И в Pokemon Go играл вместе с братом и сестрой. И в Перископе трансляцию вел. Но полицейский был непреклонен. Петербуржец все-таки оказался на заднем сиденье служебного автомобиля. Но и там отключать камеру он категорически отказался. Вы меня на каком основании сюда посадили? 19.3. Что за 19.3? Неповиновение сотрудника полиции. Отключите а чем, телефон. В смысле, какое телефон неповиновение? Отключите. Вас снимать можно. Отключите снимать телефон, вас можно. Я вас попросил убрать. Приказ президента Российской... Я убрал. Я ничего не собираюсь убирать. В итоге Сергей провел в отделении 12 часов за мелкое хулиганство. Еще и штрафовали на 550 рублей. Теперь мужчина намерен пожаловаться на действия полиции в прокуратуру.